Да, традиционно фестиваль «Тюменская весна», в этом году «Тюменская весна» всей семьей сопровождается яркой, концертной, насыщенной программой. Творческие коллективы региона, это и профессиональные, это и любительские коллективы, будут принимать участие 16 и 17 марта с 10 утра до 18 часов на всех фестивальных площадках. Будет подготовлен репертуар, а он, собственно, уже практически готов, с учетом того, чтобы было интересно для всех категорий населения, и для юного поколения, и для старшего поколения. Будем петь всей семьей песни разных лет о любви, о дружбе, о семье, о весне, ну и, конечно, о родном крае. Будет очень интересно, я надеюсь и уверена в том, что артисты подарят прекрасное настроение гостям фестиваля. Замечательные, добрые эмоции. Приходите все к нам на фестиваль.